Здравствуйте, наши дорогие подписчики, гости нашего канала. Хотела бы с вами пробежаться по нашему садику, по нашей дачке, показать, что у нас тут распустилось, что у нас расцвело. Вот лилии, сколько бутонов, правда, еще пока там лезут внизу. Вот пересаживала здесь лилии. Вот это все вода прозрачная, чистая. Вот это все лилии у нас. Вон сколько у нас уже вечер. Думаю, поснимать маленько. Это у нас пеларгония. Что-то худые какие-то. Думаю, вот пообрезать их жалко. Ну ладно, пусть будут такие. Такие вот пеларгонии. Герань, как ее еще называют. Вот дихондра у меня уже свешивает свою. Ну, вот такая дихондра, короче. Побольше подрастет, еще покажу. Вот такая вот актинидия у нас тут. Камашка опять полезла. Это кошмар. Актинидия. Вот листочки беленькие, краешки. А потом такие розовые встают. Сам листок очень красивый. Хотел бы вам показать ирисы. Посмотрите, как ирисы у меня... Как-то неравномерно, то ли пропали, то ли вымерзли, то ли не пойму, что с ними. Вот такая вот, тут вообще плешь какая-то, росли ковром. Вот таким ковром у меня была здесь клумба. Такие красивые, это коричнево-желтые ирисы. Картошечку вот окучила. Окучила картошечку. Уже подросла как. Картошечка. Пойду, хочу вам показать еще арбузики. Тут муж уже делает, начал фонтан делать. Закончил одну вазу. Что-то получилось. Ну, посмотрим потом. Хорошая будет, громадная, как всегда. Так, хотела бы вам показать арбузики. Сейчас обойду тут это городушки все. Вот смотрите. Арбузы. Так вот они у меня растут. Меня просили показать, как мы их выращиваем. Вот я им уже центральную плеть оставила. И вот сейчас они будут у меня расти. Вот так вот тут. Смородина нынче не будет. Ну ладно. Что теперь? Не каждый же год. Тут посадила я свеколку. Свеколку тут посадил. Еще пока не вылазит. Это вот морковочка моя. Там дальше грядочка с зеленью, петрушка, салат. Это вот лучок. Такой вот лучок у меня тут. Хорошо так подрос. Лук, чеснок. Вот тут вот так все выросло. Сейчас покажу вам перчики своим. В тепличку зайдем. Это вот перчики. Так, вот перчики. Это перцы у меня тут крайние. Уже подросли. Турецкие, я уже говорила. Из свежего перца. Посмотрю. Хочу сделать эксперимент. Будут ли на них перцы. Если будут, то не стоит заморачиваться с семенами. Оставлять. Там все такое. Это помидорки тут. Вчера полила. Не вчера, даже сегодня. Вот уже помидорки тут у нас есть. Тут вот помидорки. Вот помидорки. Такие вот. Помидорки, помидорки. Не прополола, правда. Все собираюсь никак. То одно, то другое. То поливать, то там прополь, что там порыхлишь. Времени. Хоть и живешь тут, а времени почему-то как-то не хватает. Внучка еще в гостях. Ну вот, тут наш розарий. Все розы у нас уже почти отошли. Вот тут наши розочки уже. Скоро зацветать бутончики вон набрали. Вот тут
у новых, которые мы посадили, в светофоре покупали, мы набрали они цвет, но мы их оторвали, потому что, чтобы сами розы укрепились, ну, нарастили корневую систему. Так, что я еще хотел показать? Вот мои петуньки тут. Такая красоточка. Чесночок у нас тут. Чесночок. Вот пионы. Пиончики. Тут вот красные. Тут такие красные прям. Бордовые. А тут у нас вот такое вот обилие, изобилие цветов просто. Я уже, которые цветали, я обрезала их. Вот обрезала пиончики. Так, тоже тут в вазоне у нас петунька, колиус. Вот эти вот, которые отцвели, я их просто беру и обламываю, цветочки. Лилии скоро вот расцветут. Уже бутончики он набирают. Это я прошлый год рассаживала их тут все. Вот это вот у меня тут розовые лилии. Да, мошка поперла, зараза. Да у нас только много. Господи, прям у нас уже вечер. Это устомка. Тоже скоро расцветет. Кобея. Вот такая вот она. Быстрорастущая прям. Это точно быстрорастущая. Махом. Так, хочу еще пиончики вам показать. Тут вот у меня. Сейчас покажу. Вот такой вот красный. Название, конечно, я не помню. Вот такой пион. Вот такой вот у нас пиончик. Муравьи надо все завтра развести. Он расцветет махровый такой. Будет. Здесь у меня только два куста. Вот клеома, брызги шампанского. Тут вот посадил, хорошо так подросли. Так. Вот такой, видите, какая красота. Пионы. Да. Бузульник тут у нас. Бузульник. Сейчас пойдем дальше. Моя тень. Покажу. Это у нас тут георгинчики. Так кучка их посадила. Пусть растут кучкой. Кучка, это хорошо. Вот, вот баклажанчики у меня уже тут есть. Вот они. Вон три штучки баклажанчика уже. Я много не сажу, у нас их шибко никто не ест. Так только пожарить там или еще что-то. Это вот перец у нас, колокольчик. Еще звоночек его называют, а мы колокольчиком. Это капустка наша, вот окучила ее, полила. Вон лобелия, как у нас в вазочке разрослась уже. Красиво. Тут красная, я думала красная, а тут она какая-то непонятная. Бордовая, что ли. Я думаю, вообще красная будет, а тут синяя. Вот в этом вазоне синяя. Вот такая. Ну, что-то из листьев много, а цветов мало. Сейчас еще вам покажу. Эти, как их, анютины глазки какие. Анютины глазки, посмотрите, какие хорошенькие. Просто замечательные. Такие анютины глазки. Тут орешника как разросся у нас. Орешник, какие кусты хорошие, большие. А тут забыла, вот что, наперстянка. Вот я ее из семян садила, посадила как-то один год. Вот посмотрю, она вот посадила рассадой. У меня она прошлый год, позапрошлый, не зацвела. Только на следующий год, но она
У меня вся вымерзла. Вот посмотрю нынче, как будет. Вот тоже рассады посадила. Это вот, как ее, дурман-трава семенами. И вот она сама насеялась. Значит, можно не рассады не садить, а прямо в грунт осенью. И вырастет она, дурман-трава. Вот у меня выросла. Я даже сама не ожидала. Это вот тут любимые лилии мужа. Желтые, тоже цвет набрали. Скоро будут распускаться. Обязательно покажу. Поделюсь с вами. Бочка, у меня спрашивали, бочку покрасить. Это бочка у нас для сжигания мусора. Надо ее за ограду вынести. Все, не могу. Ну, потом вынесу. Вот, чтобы вид не портила. Это у нас тут хосточки. Две штуки покупал. Там дальше бузульник. Сейчас еще за домиком хотела бы вам показать груш. Посмотрите, сколько будет груш. Это что-то. Вон их сколько. Ну, плохо то, что они долго не лежат. Вот они упали. Их надо сразу кушать. Это куда столько? Это столько не скушаешь. Виноград наш. Виноградик. Машка. Зараза. Вот тут у нас вербена. Вербена. Такая тоже лобелия. Вот вербена беленькая распустилась. Это вот водосборник у меня тут. Аквилегия, как ее еще называют. Тут пусть растет. Тут у меня под яблонькой лучок. Яблок нынче не будет, она отдыхает. Вот лилия. Такая лилия. Да. Такая красота. Высокая такая, прям метр полтора, наверное. Такая высокая, высоченная. Такая хорошенькая. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Наши елочки. Елочки с Ульяновска. Растут. Хосточка тут. Сейчас покажу еще пиончики. Тут у меня тоже хосточка растет. Тоже прошлый год покупала, позапрошлый. Прошлый год еле-еле, сегодня уже побольше. Тут посадила бархатцев кучу. Эту траву не знаю, как называется. Мне Леночка дала. Не знаю, как называется эта трава. Пусть растет. Сейчас виноградик. Вот, посмотрите. Какие у меня тут пионы. Пиончики. Вот такие, посмотрите, какие. Такой пиончик. Вот такой он в раскрытом виде. Запах обалденный. Вообще. Вот это вот с желтой серединкой. Желтая такая, сам беленький краешки, а серединка желтенькая. А это вот с красной серединкой. Смотрите, какая красота. Такая. Запах обалденный. Вон, видите, в закрытом виде какой. Чудо какой он. Желтенькая серединка. А по краям как бело-розовая, что ли. И вот еще это как тоже, но это вся такая белая, что ли. Ну, не чисто белая. А это не поймешь, какая. Какой пиончик это. Это чисто красный. Красный такой. Вот такой. Красненький. А это вот тоже. Сейчас понюхаю.
Обалденный запах вообще. Пионы так вкусно пахнут. И похожие, как на розочки такие. Вот как на розочки похожи, видите? Такая красота. Вот. Тут у меня тоже хосточка растет. Вот такие пионы у меня тут. Вот такие. Ну, всякие. И бело-розовые, и бело-желтые, и просто розовые. Мне нравятся цветы. Я думаю, всем женщинам нравятся цветы. Особенно я люблю, когда они на кустах, в огороде, в саду. Завтра хочу сходить в гости к Ларисе Николаевне, поснимать ее участок. Сегодня у нас уже поздно. Да, вот эта лилия называется мартагон. Такая она у нас ростом вообще высоченная. Какая красавица. Принесенная из леса. И походу ей тут нравится. Вон она какая высокая. Сейчас покажу даже во весь рост. Как бы куда ни наступить. Вот видите, метра полтора, то, да, метра полтора точно. Вот такая у нас тут. Вот. Гортензии. Тут вот, как их называют, кукушкины слезки. Большой куст было, что-то сейчас. Ну, ничего, и такой, ладно, и такой хорошо. Вот. Тут тоже у нас водосборничек. Тут бегония. Я почему-то думала, кусты больше будут. Ну ладно. Пока такие. Скоро купальница распустится. Лилии тут у меня тоже. Калибрахуа. Вот тут вот. И вот ирис болотный. Кусты прошлый год были побольше у меня. Ну, может, подрастут еще. Ну вот, пробежали с вами по нашей дачке. Спасибо всем за внимание. Спасибо, что вы к нам заходите. До скорой встречи. Машки у нас очень много. Машка прям поперла. Ладно, всем пока-пока. Заходите к нам.